La 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 la. Я розкажу історію вам про одно место, где из дома смотрят через окно. Там солнце не нужно, монитор светит, и друзей там целый миллион в сети. Там каждый может быть и стать кем угодно, худой и толстый, красный, белый, черный. Берут чужое фото, обрабатывают фотошопом, ставят на аватар. Там главный сатана, Господь Бог бессилен в том мире. Малыши смотрят порнофильмы, там живут педофилы. Рядом с детским садиком и предлагают сладости детям маленьким. Ты можешь там себя найти, фейк-аккаунты, и каждый может дать пизды братьям Кличко в первом раунде. Ты девушку нашел в мире виртуальном, считаешь ее идеальной, в реале жирный дядя. Этот мир опасный. Интернет www.com. Там живут психопаты. Интернет www.be. Будь осторожным. Интернет www.ru. Это больной мир. Противный дяденька любит маленьких красивых мальчиков. Парень соблазнил мачеху, девушка дедушку, жена с конями, муж поимел козу. Отвратительно в том мире жизнь такова, там легче оскорбить, чем лично сказать. Бывший твоей девчонки фильм закачал, а твой сосед ношеный стринг заказал. Там каждый главный, каждый Рэмбо, каждый гангстер, каждый гетто. Ты можешь все купить с картой кредитной. Там живет Пак рядом с Бигги, Сталин и Гитлер. Рай анонистов, все анонимно. Выбирай ник, каждое имя. Саша и Витя, от Паши до Димы. Зайки и жертвы, самоубийцы. Этот мир опасный. Интернет www.